Приветствую. Приятно, приятно. До встречи. Взаимно. Че, какие планы? Ну что, погнали в пещеру? Погнали в пещеру. Мы отправляемся в пещеры. Ну как бы мы на что хотим посмотреть? Про легенду ты читал же? Ну да. Там вот этот двуликая, типа, дух приходит, если кто заблудился. Ну, да, да, да. Вот эта стрёмная штука. Ну не знаю, ну как стрёмная, я не знаю. Мы проверим сегодня, как это работает. Ну, давай попробуем. Если что, там посмотрим уже, как бы, там на месте, что делать, куда идти. Будем отмечать, когда будем спускаться, хотя бы чуть-чуть. Ну да, где мы там были, там, можем, ну, примерно. Насколько я знаю, там же указатели все равно есть какие-то, да, пометки. Да, там какие-то там знаки, еще всякая хуйня там все стоит. Отлично, отлично. Ну что, тогда отправляемся. Ну все, погнали. За мной заехал уже охотник. Охотник, поздоровайся. Всем привет, это охотник на ведьм. В общем, мы, короче, отправляемся уже в Сиамские пещеры. Нам осталось ехать около 10 минут. Ни разу там не был. Вообще, но под землей. Ну, не знаю, мне, если честно, немного жутко. Я боюсь, я не знаю, есть ли у меня клаустрофобия. Ну, узнаем сегодня. Сегодня мы это проверим. Кто из нас состоит впервые? Пока все весело, пока настроение отличное. Надеюсь, так и будет. Первый пошел, да? Погнали. Первый пошел, да? Бля, короче, чувствую, что я немножко очкую. Все, чувак, я полез. А, я уже почти внизу. Давай, прыгай на тебя, короче. На меня прыгай. Чувак. Пойдем дальше. Я думаю, рюкзак сейчас это. В эту хуйню вковать. Давай пройдем в это, в первое помещение, вот в это. А там же сразу лезть надо. Думаешь? Не, здесь нормально, идем. Ага. Идешь? Иду. Все, маску снимаю. Слушай, я, короче, чувствую себя здесь немножко это... Немножко не по себе, да? Слушай, у меня это паника, походу, какая-то внутри. Да? Реально, я тебе говорю. Всем привет. Ты на канале Мистическая Корпорация. Это Тимофей Данишевский. И охотник на ведьм. Сегодня мы находимся в Сиамских пещерах, как вы уже поняли изначально из ролика, да? Мы же по-любому дорогу сделаем. Да, и в этих пещерах был... Дима Масленников. Дима Масленников. Да. До сих пор где-то здесь гуляет, заблудился. Попробуем его отыскать. Ну, да. На крайняк найдем кого-нибудь, похожего на него. Да, ну, ощущения уже здесь такие. Ну, не знаю, у меня тревожно, если честно. Я потому что, знаешь, в карте мы не разобрались в карте вообще. То есть мы не знаем, куда мы идем. Зачем? Зачем гоны, да? Да. То есть, ну, есть такое небольшое переживание внутри. Вот, в общем, но так все интересно пока что. Да, очень прикольное место. Здесь очень много всяких ходов. Мы сейчас стоим в каком-то, грубо говоря, в центральном зале, где очень много камней и очень много ходов. А как он называется? Казантип? Казантип какой-то, да. Козел. Какой-то. Ну, в общем, сейчас мы начнем двигаться в каком-то из направлений. Да, и тогда уже покажем вам, что нас там ждет. Или кто нас там ждет. Все сейчас увидите по дороге, как мы будем двигаться, да. Или не будем. Или не будем. Так, ну что, подвигаемся? Ну что ж, погнали, чувак. Погнали. Я знаю, куда мы полезем. Ну, чувак... Я знаю, куда мы полезем. Куда?
Вот видишь, это все, короче, вот они пролазят где. Вот и здесь. Вот это рыбка. Это где-то я там на карте видел. Вот стрелка желтая. Вот туда полезем. И вот здесь можно пролезть? Ну, ладно. Дай я посмотрю. Портал. Где портал? Вон написано, смотри. Портал? Угу. Что-то видел знакомое, сейчас поищу. Что за портал? Стрелочка наверх. Вот, смотри, здесь вешалка есть, прикинь. Прям в камень его закрутили, саморезами. Я знаю, вот, прозвучит, конечно, интересно. У нас быстрее камни убьют, чем призраки. Да, походу, дело. Тут камни очень огромные, острые все. Валяются, как ни попади. Смотри, вся эта фигня стоит вот... Вот на этих двух столбах, походу. Вот здесь вот Масленников проходил. Ты помнишь эти столбики? Да-да-да. Вот в этом направлении они ходили. Ага. Ну, я все-таки хочу... Вот, а тут уже дофига места. Интересно. Какие столбы тут с пеной, короче, с монтажной пеной, смотри. Что, ну, туда? Чуть я снимаю, чтобы было. А. Ядрить, колотить. Ты смотрел фильм «Спуск»? Да. Две части? Да. Это третья. Да. Как же тут скользко-то? Скользко, говоришь? Ну, у меня просто ботинки уже в говне. У меня тоже. Блин, офигеть. Ну, пока мистик никакой вроде нету, но... Тем не менее, ощущение... Мы про легенды-то не рассказали с тобой, да? Да-да-да. Люди верующие сказали, не верят в легенды. Но мы для этого существуем. Проверять эти легенды. Мы будем проверять легенды, да. Искатели могил. Слушай, ну все. Теперь я не знаю, куда нам идти. Слушай, тут уже сколько? Раз, два, три, четыре. Да? Все, мы на... Четыре хода. Вот это вот... Ну это... Почему? Куда нам идти дальше? Давай просто проверить, допустим. А, помнишь, говорил, левее держите, такой, если хотите, интересно снимать. Левее, да? Да. Значит, туда? Ну, это не точно, он, может быть, сказал правее. Давай, типа перекресток. Вот дорога. Один, два, три. И четыре. И четыре. В какую пойдем? Давай, короче, ты выбирай одну из них, от первой до четвертой, а я выберу именно цифру, типа, разыграем. А, ну давай. Давай, ну, я... Какая тебе больше нравится? Вот туда, допустим, смотри. Да, подожди, теперь моя очередь. Он достаточно просторный ход такой. А я думаю направо. Это получается ты за вторую, а я за четвертую. Да, ты за четвертую. И давай скидываться. Давай. Цу-е-фа. 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 Это было эпичное видео. Так, ладно, будь по-твоему тогда. Тут просторно, прям хорошо. Хочется, конечно, все обойти, да? Да, вообще очень хочется все обойти. Везде посидеть, полежать. На все камушках. Туда, а сюда чему нет стрелки. Да. И туда стрелка тоже, кстати, есть. Вот, идем сюда. Ёпа. Что за... И опять куча лазов, блин. Все, да. Не, мне твой путь больше нравится. Блин, тут еще капает сверху что-то. Твою мать. И очень такая влажная. Капельки, вот о них можно снять. О, я нашел путь. Много следов. Очень много следов. Ага. Особо нет. Да. Ты, кстати, запоминаешь уже, куда мы идем? А ты? Я нет. Я тоже. 36. Смотри, вот через эту штуку пролезть можно. Да. Вот тоже куда. Только зачем? Куда она ведет? Да знать бы, да? Да. О-о-о. Возможно, что и ведет куда-то, а может и нет. Там еще вон какой-то лаз.
Сейчас будет интересно. Что там, жесть опять? Ну да. Сейчас нам нужно... Вот, блядь, раком идти. Ну что, пойдем? Да, я как-то сзади пристраиваюсь. Там очень долго... Долго идти? Там, короче, там такое камнище. Ой, оно пополам сломано, где сейчас упадет. Ну не знаю, это мои впечатления. Что, идем? Ну, да. Ползем, точнее, не идем. Черепашки-ниндзя просто, блин. Вот, уже привстать можно. А, отлично. А, блин, писец. Как ты? Да вроде нормально. Ну, такое ощущение, что какать захотел. Я как спустился, у меня такое ощущение сразу. Кровь сразу. Рюкзак сильно мешает. Да, рюкзак вообще совсем не в тему рюкзак. Что, надо бы их там оставить? Так, все. Все, вылазим. Ну все, короче, ребята, тут нет никаких призраков. Так, все, да. Всем пока. Мы уходим отсюда. Все, хватит. Не, ну пока это. Нет, конечно, это шутка. Шутка будет, когда мы заблудимся. Блин, да, чувак. А я сейчас... почему-то у меня все предчувствия на то, что сейчас мы. Да, и еще теряемся. Я вот уже не помню, где мы повернули, куда, чего, как. Но у нас просто есть надежда на камеру, на самом деле. Пока у нас есть камера, мы можем выбраться. Если они, конечно, не выключатся потом в итоге. Да. Че, идем? Слушай, сейчас звук такой был интересный. Такой хрусть. Хрусть? Да. Охренеть. Не, ну слушай. Куда ты же не уходишь? Ай, там вверх подъем. Там подъем вверх. Полезем? Придется. Страшно, конечно, вот это вот. Офигеть ты. Вот это снимал. Вот какова вероятность, что он может пиздануться? Да, есть вероятность. Че, главное, надо аккуратно сейчас проверить. Что мы, по-моему, ползем как раз-таки врата в ад. Вот это, видишь, или в зад, или в ад, не знаю. Вот это напоминает задницу, эта щель этих двух камней. Надеюсь, эта задница нас не коснется. Да. Че, пробуем? Да, чувак, сейчас я беру рюкзак, который весь в говне уже. И, конечно же, попробуем. Поползти. Слушай, моя блочь, не касайся. Нет, все. Нет? Тут вообще некуда идти. А. Слушай, это туалет можешь? Ну, я говна не вижу. А. Говна, говорит, не вижу. Сейчас, подожди, сейчас будет. Стоп, у меня теперь вопрос, зачем я сюда залез? Так теперь надо обратно. Охотник так скажет, куда идти. Слушай, а реально прикольный путь. Да, мне тоже нравится уже. Вот это место, где ты хотел фотку замутить. Фотку? Да, хотел ты фотку сделать. Ага. Да. Ну. Идем дальше. Вот, чувак. Смотри, череп нарисован. Ну вот. А, это типа, значит, там... А, или пострела. Пострела, да. Стрелочка налево. Ну и выбирай дальше. Да пойдем туда, да? Да, туда. Тоже думаю, что туда. Да. Вот сюда. Ты видел тут? О, почтовый ящик тут какой-то. Смотри, где он. Охренеть. Это что такое? Алтарь, ты. Твори добро. Алтарь желаний. Желание, что надо делать? Я так понял, загадывать желание и деньги, видимо, оставлять. Фишки положить. Да. Доллары. Евро, 500 евро, ну это на фейковый. Ну, конечно. Так, что, туда пойдем? Слушай, иконка, смотри, давай снимем иконку поближе. Господу помолимся. Бля, где это? Блин, вот такой алтарь желаний. Загадывай желание и оставляй что-нибудь ценное. У тебя есть что-нибудь ценное, чувак? У меня? Да. Вот что-то там такое. У меня есть, но это трусы. Слушай, слушай, тут запах какой-то странный. Че, дружище, куда пойдем?
Давай туда вдоль, прям, ну, как идет. Да, пойдем. Вот это желание, и дальше. Посмотри, вот здесь прям вытоптанная тропа. С той стороны. Да и там тоже. Да, здесь хорошие такие дороги, нормальные. Пока здесь десно людей находит. О, смотри. Люксор. Люксор? Вот, его я помню, кстати. На карте. Достанешь карту? Давай. Да, посмотрим. Сейчас. Так. Вот он. Мы вообще даже никуда не ушли еще. Мы еще никуда не ушли, я так и знал. Мы в самом начале. Слушай, и мы сейчас двигаемся мимо него вот в эту сторону, получается. Вот в эту. К амфитеатру мы идем. Дойдем до амфитеатра, потом до щучки дойдем. Это тоже рядом. То есть вот Люксор, нам нужно двигаться вот в этом направлении. Блин, опять какое-то разделение. Ну что ж такое? Нет такого, знаешь, идешь в одном направлении и идешь. Нет. Да. Каждые 5 метров разделение на 2-3 части, блин. Что-то там нашел. Язык. Какая-то хуйня. Не знаю, что. Блин, офигеть. Вот это уже интереснее. Интересно, здесь еще больше ходов всяких. Все, мы пришли. Пришли? Вот он, да. Но или нет? Чувак, да. Что-то мне здесь страшно. Блин, там без самому строим. Честно, 18-1. А, подожди. А мы здесь сразу не были, я еще такой, знаешь, мы оттуда пришли в самом начале. Вот этого я и боялся, что ты скажешь что-то подобное. Нет. И я сказал, давай здесь напишем маркером что-нибудь. Хороший камень. А потом... Ой, слушай, да это точно, смотри. Помнишь, выбирали Цуйфа? Вот обернись назад. 4 хода свои. 1, 2, 3, 4. Мой, вот твой. Мы пришли каким-то образом, петлю сделали. Да. Все, мы заблудились, дружище. Как я, так? Я знаю, что мы заблудились. Как? Да мы не могли бы, не могли. Слушай, это сам... был Люксор. Это было вот здесь. Да, и мы... Вот, а мы вообще где-то хуй знает где. Слушай, а может это уже двуликое начинает тут нам это... Бля, мозги е... Слушай, а вообще, а может быть мы правда назад вернулись? Мы назад вернулись. Может быть мы вернулись в портал, сработал, и, соответственно, мы вернулись... Другой уже это изменение. Почему портал назывался? Может, он по этому порталу называется, что он назад откидывает? Да, может быть, кстати. Блин, как бы стоп, это... Почему это не шутка? Блин, стой, я на очко подсел, все. Мне страшно. Прикол, да? Мужской монастырь был, помнишь, только что? Откуда мы пришли? Мужской монастырь вот там. Вот стоп, давай нормально. Мы вот отсюда пришли. Да. Так, я подошел вот к этому камню посмотреть. Да, и говоришь, во, мы пришли, и нифига, мы пришли назад. Ты думаешь, это назад? Угу, точно. А вот этих лазов-то не было. А что за фигня? Может, мы просто не увидели? Блин, мне ж как-то захотелось. Пойдем дальше? Да, пойдем. Что тут написано? 2 ОМ. Это что? Второй. Левел, что ли? Я не знаю. Уровень второй. О-о-о, смотри. О, Фукусима. Да, помню, на видео было где-то. Фукусима. Это туда, да? Ну, нам, я так понял, нам надо держаться вот этой стороны лучше. Или вот этой. Смотри, либо туда, наверх, либо вниз. Ну, да? Куда пойдем? Сейчас я хочу снять вот эту Фукусиму. Слушай, здесь что-то еще есть самое. А, ну это. Прибито сюда какими-то гвоздями, что ли? Плитка? Да, плитка. Да. Гриб какой-то тут нарисован. Сейчас присяду, посмотрю, что это. А, ну здесь тупик, смотри, здесь просто. Ага. Ну, как бы вход в никуда. Я понял. А вот у нас. Но нам нужно правее держаться, может, да? Да, давай правее держаться. Пойдем. Запах-то, кстати, очень прикольный такой, блин. Не знаю, чем пахнет, не знаю. Пещера, наверное. Или Масленником. Дима Масленников, ты здесь? Дай знак. Здесь только Тимофей. Здесь только Тимофей. Но не Морозов, да? На этот раз нет. Ну что, я думаю, нам нужно туда идти. Ну давай, пошли. Поползли.
Погоди-ка. Можешь взять эту штуку? Да, давай я возьму. Блин, с рюкзаками пи***ц неудобно. Придется снять, наверное, сейчас. Все. Окей, уже лучше. Уже интересней. Так. В ту сторону пойдем, наверное. Смотрю, наверное, натоптано, да? Да. Опять куча стрелочек. Слушай, я, кстати, вот сейчас понимаю, что я уже вообще не понимаю, куда идти. Я тоже. Если вот сейчас вернуться, я не понимаю, как. Место тут. Чё? Вау. Главное прикол в том, что... Все, мы нашли его. В интернете везде написано, что в это время пик народу. Очень много даже. И никого нет. Слушай, нашли его. Да. Что, это туалет? Да. О, отлично. Фух, я думаю, нам надо оставить здесь. О, мужской монастырь. Приколись, вон. Вон, мужской монастырь. Я тоже на карте видел, сейчас проверим. Мужской монастырь. Какой-то грот тут будет? Или что тут? Чувак, осторожно! Давай, береги яйца! Так, ну получается, нам надо теперь двигаться вон туда, через эту расщелину. Да. Я пока карту уберу в это, штаны. Так. Слушай, ну там пи***ц очень узко. Придется это опять раком идти. Придется разом их сюда. Так, ну что, идем? Вперед. Да, надо снимать. Блин, там мерещил, представляешь? Опять? Угу. Как будто кто-то пробежал, да? Ну, как будто да, кто-то прошел, ну чем на этих. Может быть, и не померещилось, кстати. Может быть. Вообще не, я это даже не удивлюсь. Все-таки да, мы здесь первый раз, никого нету, главное вообще людей-то. Где люди-то все? Что за фигня? Непонятно. Слушай, на коленках пи***ц ползти, конечно. Жестко, жестко. Вот, друзья, смотрите, Тимофей Данишевский на ваших глазах ползет просто в очко дьявола, чтобы вы поставили лайк, написали свой комментарий. И, соответственно... Хочешь удивиться? Охотник на ведьм сейчас тоже туда поползет. Весь прикол еще в том, что сейчас там впереди это чело не заканчивается. Зараза. Еще хуже там, да? Черт. Ну пойдем. Ну полезли, блин. Еще с рюкзаками это очень усложняет. Я могу сказать то, что я вот очень мощными впечатлениями. Я доволен. Типа, вообще капитально. Тебе самому нравится? Да, прикольно. Единственное, что да, очень непонятно, куда идти. Вообще непонятно. И грязно. Короче, на стене полоски и перечеркнут, как будто здесь кто-то сидел и выбраться не мог. Да. Знаешь, сколько этих полосок? Сейчас я пойду к тебе. Знаешь, сколько тут? Ну. 6. У тебя есть шейк запарить? Да. 6 термосов с горячей водой. У меня есть один. Вот. Блин, офигеть. Я ползу прям на жопе, блин, короче. О, прям на камень сел очком. Желтые трусы твои. Мы желтые трусы, блин. Так. Так ты там хочешь оставить? Неохота его нести. Вон сейчас написано. 2000 крыс. А че? Ну короче, ладно. Сейчас на камере будет видно. 2000 год, что ли, вообще ровно 2000. Да, ровно 2000, чувак. 20-летие прошло. Да, 22 года. Видел?
очком прям на камень еще и проехаться на нем. Приятно. Ну что, я полез дальше. Да, воняет тут, кстати, да? Заметил? Здесь туалет. Написано туалет. Туалет, ну что ж такое, везет на туалет. Да, друзья, здесь совсем не как обычная заброшка. Очень жестко, моя спина. Да, прям спиной. Слишком рано выпрямился. Тимофей полез. Да, капец. Нет, там ничего нет. Там вообще тупик? Ага. Серьезно? Да, вон туда нам, значит. Да. Лапка, ласка. Ласка. Грот. Грот? А где он? Вот здесь, что? Может быть. Они такие запрятаны. Грот? Да. Чувак, лезу. Ой, я на задницу залез. Блин, падок. Лапка, ласка, или как он? Слушай, а прикинь, оттуда вылезать? Я попробую сейчас. Подержи. Давай. А он куда-нибудь ведет, что? Может быть, а может и нет. Вообще, грот это такой. Ну, вон он, наверное. Это тупиковая пещера, да. Тут мини-грот, наверное. Не, ну что-то там есть? Не знаю, нет, я туда не полезу. Идем дальше? Да. А, дальше, в смысле, туда наверх? Ну да, наверное. Бля, давай. Капец, как же тут опасно. Тимофей сейчас, мне кажется. Нет, все-таки нет. Че, я не прикинь, с водой. Вода недавно была в нем. Реально, прикинь. А теперь разбираться, где мы? О, стой, опасная зона, чувак. Где? Вон, с табличкой. Смотри, какая атмосферная. Твою мать. Погнали. Да, 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 нам нужно сейчас найти какое-то место. Обвал? Стой, грузин. Обвал. Смотри, куда нам лезть надо сейчас. Ё-моё. Ну ты сможешь? Ну хрен знает. Давай, я первый. Давай. На, держи прожектор, приснимаешь. Так, давай, лезь в дырочку. Да, дырочку, конечно. Вообще. Бля, шикарно кадр-то будет, чувак. Ты должен это сделать. Я попробую, конечно. Я тебе скажу, что мы... Это как раз то место, куда нам надо. Чтобы застрять, да? Блядь. А, вот еще верхом можно пролезть. Еще и верхом? Да, мы сейчас верхом. Ну, давай попробуем. Ну, чувак, это вообще круто. Это очень, очень круто. Сейчас будет смертельный номер. Через щель лезь. Так, через верх попробую. Слушай, это вполне реально, скажу сейчас. Отлично. Отлично. Здесь, короче, табличка. Чувак. Чувак типа стоит. Чувак типа стоит. И это. И... Кружок красный, типа, перечеркнутый. Чё за... Типа, чувак, не лезь. Ну, чувак ничего не понимает, сына лезет. Всё, я на месте. Так, он залез. Да. Ага, ты уж там, да? Да, я здесь. Отлично. Так, на, держи прожектор. Давай. Бессонный полез, гений. Смотри, с двумя сумками. Да, у тебя тоже 4% на камере. Сейчас будем батарейки менять. Надо здесь пролезть? Да, давай. Он не порвался. Сейчас первый пошел. Ай, жопой ударился. Ага. Подожди, чувак. Берегите.
Так, все. Давай, пробуй. Сейчас еще вот так вот. Ты свети, главное, ой. Есть. О, да, давай, давай. О, мне за что взяться? Подожди. Готово. Прилег. Так, ну все. Вон этот чувак нарисованный. А? На, держи камеру. Это прикольно. Так. Фонарик. Фонарик, да. Держи. Точно. Подержу. Все, мы здесь. Вот здесь можно, короче, поспать. О, отлично. Остатки чего-то обеда. Мы, короче, просто набрались там, где покушать можно. О, хорошее место, слушай. Стаканчик одноразовый есть. Прикольно смотрится. Топ. Отлично. Смотри. Ваня, рука здесь хочет. Так, мы сейчас расположились покушать. Вкусно, я дошираков. Вот, подожгли тут свечи. Да, это красиво. Место называется 420. На самом деле нет. Здесь, кстати, вот люди, походу, ночуют, спят. Не походу ночуют, а спят, а ночуют и спят. Ночлег тут. В общем, да. О, смотрите по лицо. Да. Жесть. Нос прямо. Офигеть. Трэш. Он как будто смотрит сейчас на нас. Да. Мы живем. Надо сигареты ему прикурить ставить. Офигенно, да? Да. Охренеть. В общем. Мы сразу не увидели это лицо, но наблюдала она за нами все это время. Потом тут показывали его еду. Так, ребята, это не наше пиво, житейский гусь, это не наше. Да, мы не... Не пили пока еще. Еще не успели. И не будем, наверное. Пока не поймем, что мы в состоянии отсюда выбраться. Ну что, как? Чувак, все прикольно вообще. Очень круто. На самом деле, первое ощущение просто вообще. Огонь, блин, просто огонь. Так что, блин, вы просто обязаны поставить лайк, мне кажется. Я уверен в этом. Неспроста мы тут... Ползаем, короче, да, с тобой. И обязательно досмотрите это видео до конца, потому что дальше, мне кажется, будет такой улет просто. Да, самое интересное будет, когда это тот момент, когда нам нужно будет отсюда выбраться. Да, это будет самое вообще. Потому что мы будем все уставшие, все в говне. Да, и мы уже не помним, куда нам идти практически. Да, и меня уже плющит, что будет дальше. По карте мы ориентируемся плохо. А, жесть. Смотрю, что это за штука такая. И, короче, прям похоже жесть, как на прах. Ну, пепел как будто. Слушай, я не знаю, что это такое вообще. Это похоже, да, на прах. Вот, чувак. Но это такой... морда тут. Вообще трэш. Как будто здесь кто-то умер. Его сожгли, что ли? Нет, блин, ну это стрёмно, конечно. Это стрёмно. Вот сейчас мы будем перекусывать. И пытаться всё-таки... Мы почему-то постоянно отклоняемся от маршрута и... Как-то нас вправо больше тянет, да, на как там получается, не северо-запад, а на запад как-то больше. Да, это на запад, да. На восток надо. Да, нам нужно на восток. Все перепутали, короче. Да, мы уже ходим здесь два часа, грубо говоря, и пока что не можем никак до амфитеатра дойти. Нашли туалет по дороге, это уже плюс. Надо как раз возвращаться. Да, это уже что-то. Ну, я не могу найти, хочу увидеть вот эти поилки, ну, там, где канистры висят, где можно ведро откапывать, вода. Да. Вот до этого дойти. Вот, ну, пока вроде как бы все супер. Да, так что сейчас мы будем обедать и продолжим наши уже поиски после обеда. Что самое интересное, то есть вот когда сюда спустились, сначала как-то пытались запоминать дорогу. Да. И после того, как мы... Уже прошли какое-то время. По участкам ходили, все. Когда попали в портал. Мозги отключились. В портале, когда мы заблудились. Петля была. Охотник говорит такой, мы здесь были. Такой, мы здесь были.
И все, я реально, я память стерта была. Очень паниковал на этом моменте. Я реально, ну, не ожидал, что такое вообще. И они как-то странно изображены, вот эти каналы. Понял? Я постоянно путаюсь в них. Mm-hmm. Смотришь, блядь, я думаю, что вот это вот, ну, идет как вот эта черта, да? Это mm-hmm. просто проход. А оказывается, вот этот камень вот посередине рисунок, да, оказывается, ну, все помещение целиком. Очень трудно разобраться. В общем. Жесть, мы грязные уже реально, как бомжары. Мы отсюда вылезем просто, ну, как черти. Мне почему-то все подсказывает, что еще все самое интересное впереди. По-любому все впереди, а мы еще, блин, в самом начале, по сути, и уже устали. Уже грязные. Жопы сели на камень уже несколько раз. Ну, особенно ты, да. Бля, тут дым какой-то, смотри. Ты видишь? Да, дым. Откуда это? Не знаю. Это задымление, это плохо, нам надо отсюда уходить, дружище. Что за хуй? Это задымление. Что значит? Это значит хуй, нам надо отсюда валить. Реально дым, да? Да, задымлен. Не кажется же. Ты читал про задымление? Нет. Это хуй вроде, это очень плохо. Ну это не точно, да? Не знаю, пойдем сходим. Пойдем сходим. Давай чуть-чуть пойдем. Понюхаем, по крайней мере, хотя бы. Ну странно, что тут реально дым-то. Может, я... Он задымлен, нет, это плохо, нам надо валить отсюда, друг. Вот он реально, какой-то сталкер. Натуральный сталкер. Натуральный сталкер. Так, и здесь, мне кажется, мы были, не? Нет, здесь не были. 666. Мы не были, слушай, да. Я думаю, что... Сверимся по карте. Че, разделимся? Давай разделимся, ты до тут даешь, а я по этому пройдусь. Давай. Давай. Сейчас, погоди, тогда. Я достану свой фонарик, чтобы камера была. Да, вот этот хочешь один. Или ты тот хочешь? Сейчас посмотрю. Он... Лучше тот. Он не включен. А, не включен. Ржак, бля. Ну да, в принципе, пойдет. Не, ну смотри сам. Сейчас, чуть пройду, здесь видно будет сейчас. Давай, давай. Я пока пошел. Нормально. Можно. Сейчас здесь надо. Да. Так, все, мы разделились. Че? Иди сюда. Че за хрень, черт? Сука, я чуть... А, черт, блин. Смотри туда. Сейчас очканул, да? Я вообще обдристался, чел. Ты представляешь? Нет, нет, пойдем лучше ты со мной. Так, пойдем сюда, да? Давай заглянем туда. Подержишь? А, постоишь здесь, я сейчас быстро туда слазю. Я там еще видишь, что это светоотражающее. Сними меня. Я думал, человек там. Тут так круто. Полезешь со мной сюда? Да. Сейчас я залезу. Грот мини. Что там? Есть. Вальмон. А ты не дашь там? Ты пойдем приколимся, чё? Я боюсь, да. Потом тут, там как-то странно. Чё там? Странно все. Есть там? Так же ты есть, да. Ты пойдем приколимся. Пойдем. Сейчас. Ты же там идем. Погодь, погодь. А сейчас мы где? Да вон уже они же. Ага. Это просто чуваки там прикалываются. Да. Кто здесь, говорит, да? Ништя. Вон там. Доброго! Доброго! Товарищи, я тебе вас случаю чего-нибудь это. Того самого. К сожалению, нету. Это грустно. Очень. Того самого, что, сигареты? Что-нибудь. Туалет. О, погнали сюда. А, в туалет? Че, к манекен не пойдем? Куда? К манекенам. Да сейчас пойдем с вами попозже. Ну давай. Вернемся на меня напугал от всего уже. Ну если я полез, я просто хуй забил, поржал бы. Сейчас я посмотрю по этой Я там что-то еще слышу. Там еще что-то какое-то. О, что такое? Да, вижу что-то. О! Что это такое? Что это, газовый пистолет?
Смотри, глаза светятся. Охренеть. Ну, да, на камере вроде видно. Пойдем туда. Что да, это вот такое? Здесь. Я хотел сюда попасть. Мы сюда дошли. Это что за ритуальное? Смотри. Шамба. Шамба. Вот, про это слово я тебе говорил. А. Ну здесь кайфово. Прикольно, слушай. Здесь даже еще более прикольно, чем там, да? Да. Можно было похавать вообще. Здесь все чистенько, видишь, свечки такие подвешенные, вообще кайф. Так, ну что, второй засест? С одним бутербродом. Вот, я всегда боюсь таких этих, типа. О. Сейчас вот открой, там что-то будет. Манекенчик какой-нибудь. Слушай, это проход, да? А, здесь спальное место, представляешь? Прикинь. Смотри. Вообще круто. Здесь даже это вешает, смотри, чёрт. Жишка. Прикольно, да? Да. Там какие-то игрушки. Круто, да? Вообще класс. Чё, пойдём? Сколько? Вот, термометр. Плюс 8. Нормально. Ну, офигеть вообще. Классное место, да? Да. Шабаш ведьм, видишь, называется. О, шабаш ведьм. И как 13. Раз охотник на ведьм. А, четко. О, это твое местечко. Мое место. Смотри, там еще лаз куда-то. Давай еще глаза снимем поближе. Не глазачка. Смотри, видишь свет? Я на самом деле. Свет отражающий. Вот какие глазки тут смотрят, наблюдают. Ядрить, хватить. Грот имени Красного Октября тут. А, Квасного, прикинь. Квасного? Да. О, здесь квас, приколись. Да? Залезай сюда, смотри. А, ГР, это и есть грот. О, здесь еще и спальник. Лежбище тут. Ну это просто камень, одетый в жилетку и с противогазом. Ну что, прикольно. Чё за хуйня? Здесь есть кто-нибудь? Это я задел. Жесть. Да. Может, опять показалось? Слушай, а как мне здесь отвечали, где же никого нет? Да, я пойду туда, смотрю, что там. Если что, встретимся, наверное, уже здесь. Да. Ну все. Запрещено. Так и полез сюда. Есть кто-нибудь?
спальные места. Это просто чей-то... чей-то грот. Типа печь. Типа печка. Жесть. Надо вернуться. Надо вернуться сейчас к Денису. Они впечатляют особо эти разделения. Интересен будет процент. Какова вероятность, что мы отсюда выберемся вообще? И да, здесь вообще темнота полная. Можно остаться тут. Заблудиться навсегда. То есть, чтобы вы понимали, если у вас сядет фонарь, это сразу вот так. И все. Куда идти? Это страшно. О, скользко. Так, я не знаю. Что здесь происходит? Оползень. Денис? Денис. Фонарь оставил. Все. Прожектор сел. Спиритус. Денчик? Черт. Денчик. Денчик. Такой на. Денис. Денис. Блять, вода где? Денчик. Денчик, ты чё, ёпта? Чувак. Ты чё случился? Чё случилось, я не понял. Я сошёл, мне что-то привиделось, и я упал, получается. В смысле, чё увидел? Там, вдалеке. Чё там было? Показалось, какая-то тень промелькнула. Я дальше ничего не помню, что я упал. Нормально сейчас вообще? Что-то я немножко не понимаю, что произошло. Я валялся здесь, что ли? Ты тут в воду лежал здесь. Блин. Я тут чё там оставил вещи? Чувак, я оставил, пошел, думал, сейчас я быстро посмотрю, вернусь обратно и что-то... Пиздец, я напугал, я тебе скажу. А чувак, чё? Что за хрень? Пойдем посмотрим, что там за хрень. Хрень, я опять так... Я удержал, блядь. Блядь, ты меня, конечно, напугал. Сам, чё, нахрень, блядь. Давай, водички будешь? Давай, давай. Чувак, что-то нехорошо. Я испугался, реально, я захожу, блядь, ты нахуй паляешь. Я там, ничего там, короче, там еще один грот.
Еще один город? Да, и кто там мог быть? Пошли посмотрим. Да, это что-то большое тема, не знаю. Там вдалеке вот. А это не амфитеатр, нет? Не знаю. Сейчас посмотрим. Блин, мне тоже мерещится. Как бы просто это один к одному уже все. Там кто-то отвечал, теперь молчит. Здесь что-то тени-то какие-то, видишь, мне уже стремает эта тема. Нет, я уже, получается, мальчик, здесь. Не боняешься. Сейчас я возьму прожектор. Прожектор сел, кстати. Да? Да, последний. Тихо. Опять мерещится, понимаешь? Серьезно? Да я тебе отвечу, цветок. Сейчас я по карте гляну. Где дальше мелькнул? Вот там. Вдалеке. Что здесь? Ну, это что? Малыш. Вот, теперь я знаю, где. О, граффити какой-то. Да, ну, это хорошее тебе подарок. О, смотри, какая. Малыш. Малыш. Вот это. Сейчас я гляну карту. Вон, посмотрите, кто туда. Че, малыша, пойдем? Да. Сейчас покажем на камеру, что здесь нарисовали. Вот такой вот малыш. Вот он. Мы правильно идем. Мы уже возле амфитеатра. О, отлично. Вон там амфитеатр. Там? Вон там. Так, хорошо. А здесь малыш. Малыша зайдем сейчас? Давай. Как мы быстро прошли-то, я не понимаю. Каменный цветок, вот он, точно. Я его не нашел. Так, как всегда, жопа садится ровно, четко на камень. На острый камень. Ёпти. Что за... Что это за провода какие-то, да? Что там написано на стене? Про... Про... А почему называют малышом? Про дрель какая-то, что написано. Что за фигня? Не знаю. За рисунок, что ли? Может быть. Ну-ка, здесь что? А что тут? Ой, чувак, смотри. Чё? На секунду подумал, что это... Блин. А это тут как раз спальное место, чел. Да. Каменное. Есть спит малыш. А, вот, смотри. Наверх туда залезть? Не-не-не. Мы сейчас дойдем до амфитеатра и до щучки. А, ну здесь сам шучает. Да, это он. Так, все, амфитеатр. Свети вот. Вот он. Так, вот он. Не знаю, видно, нет? Это есть амфитеатр, да? Да. Да, вот написано. Завал. Напишите родителям. Фу. Эпик, это морда. Амфитеатр. Рисунок. Ну ладно. Вот, все, я припоминаю. Почему конкретно с того, что я видел? Да. Я тогда шел в замке группы, мы тогда, ну, условно, впервые здесь появились. Шел в замке группы, наблюдал такую картину. Я шел это сзади с фонариком, светил. Видел, как какой-то человек, ну, просто тень по стене пробежала в сторону. Как у тебя? Да. Ну вот, когда я подошел в то место, куда он убежал, я смотрю, а там стена закрыта. То есть некуда бежать, если это был человек, да? Ну да, да и по сути, если отталкиваться именно от науки, то есть света, отражения, то скорее всего этого ты не увидишь. Но этого не должно быть, никто в ту сторону в принципе не шел. А так сама легенда, она у нас записана в виде песни. Слова не все вспомню. Но... Сами написали песню? Да нет, это кто-то давно до нас и то там мы проспели аналогию.
Мы сами с палеонтологией занимаемся. Эти пещеры неестественные. Их вырыли. А так начало ищут геологи, ищут туристы, все спелеологи, альпинисты. Еще давно не могут найти парня какого-то лет 20. Здесь конкретно пропал он? Ну, здесь конкретно люди частенько пропадают, но обычно возвращаются. Ну, так как времен разработки там много неизвестно. Так, кто он, откуда и что он за птица, парень, который пещер не боится, перед кем провинился и в чем виноват, вот что в народе о нем говорят. Раньше был узкий извилистый ход, люди его с топосъемкой берут, лепят пикеты, то в глину, то в грязь, ну, я так путаю уже. Черный сидит за колонной, смеясь. Что же вы делаете, сукины дети, вам же за это придется ответить. Блин, уже плохо помню. Ну, моего товарища, что на пол сидит, с полной песней есть. Он впечатлил. На самом деле, спасибо. В общем, суть такая. Люди заблудились самой... Ну как, не заблудились. В общем, увидели, что он видел черный, что не уважает парня и пещеру. То есть там свои вещи там грязи измалюют. Типа часовых не оставляют на ночь. Решил их проучить. В общем, спрятал их фонари в щели. Телефонный шнур обрезал, который они с собой вели. Карту попрятал. В итоге, вот, он сам выбрался наружу, а люди так и остались там, пока их не нашли. Ну, вот это жесть, да, чувак? Мораль песни была такова, типа, бросьте ребятам, слухам не верьте, перед спуском еще раз проверьте. Ваши пикеты и ваши железки черные не любят неверные навески. А. То есть, проще говоря, тут должно быть уважение и дисциплина, как, собственно, и везде, за которыми стоит следить. Если вы это не соблюдаете, естественно, что-то случится. Замечательно. Все ясно. Слушай, я думаю, сейчас приблизительно... Вот здесь, я так понимаю, да? Вот как раз мы зашли. Вот он. Ну, щучка, да. Вы находитесь прямо вот здесь. Вот прямо вот, ну вот мы сидим. Да, в этой точке. Ага, и сейчас. В этой, по сути, просто как вылезете, по левой стороне держитесь. Не держаться левой стороны? Наоборот, левой стороны держитесь. А, левой только. А почему правой не держаться? Тут штреки смерти находятся. А, все, услышал. Там обвалы опасные места, да и в принципе там пиздец. Так, это мы спускались здесь. И мы сейчас вот здесь, это примерно, блин, это много же, да? Да, прилично. Ну, наш первый грот вообще находится вот здесь. До него идти от входа полчаса. Че ты? Чувак. Я уже чистый. Чистый. Уже чистый. Грязный, вонючий. Ебучий. Вот, сейчас я быстренько сниму штанишки свои. Ах, чувак! Это же те самые труселя, желтые, да? Труселя. Мои везучие труселя. Труселя удачи. Ромашка приносит удачи. Ромашка? Да. Вау. В общем, мы выбрались наружу. Было очень круто. Нам очень понравилось это приключение. Приключение. Да. Вот, нам понравилось это приключение. Это новые эмоции. Мы никогда не были под землей. Мне вот чисто очень понравилось. Я не знаю, я испытал прям очень-очень качественный кайф, скажем так. Да, мне тоже понравилось, потому что первый раз и такие незабываемые ощущения, которые нигде раньше не ощущал. То есть заброшки, например, в обычной совершенно не то. А здесь, получается, ты в замкнутом пространстве, никаких тебе окон нет. И, получается, ты под землей ходишь, фиг знает сколько времени. Мы там были 4,5 часа. Задымления всякие, помнишь? Да, там были какие-то задымления, блин, мы оттуда убегали. Потом я упал вообще в обморок, блин, или что-то, да, хер знает, что случилось. Но я увидел какую-то тень, блин, которая уходила. То есть, ну, вообще... вот этот, кстати, момент странный. Потом голоса еще, ну, да. мы буквально отошли от места, где слышали, ребят, типа, есть что-то там, да? Да. Я так понял, нас алкоголь спрашивали. Вот, и мы такие, нет, к сожалению. Отошли там буквально, ну, ненадолго, вернулись, и все, и уже там никого нет. Все, не знаю. Исчезли куда-то. Ну, судя по тому, как они быстро двигаются, это вполне реально, что это были люди были. Ну, странно все равно это. Какое-то немножко загадочное место для нас оказалось.
Мы реально подумали, что назад мы уже не вернемся, потому что, ну, сразу забываешь, откуда ты пришел, если ты вот первый раз спустился. Мы не нанимали никакого гида, никому не отдавали деньги, там не, ну, ничего вообще не платили за это. Сами чисто спустились, вот сами видели вы, что мы были с картой, и по ней двигались. В общем, я считаю, для первого раза мы молодцы, как бы, ну, нормально мы подвигались там в целом-то. Да, в целом, думаю, для первого раза такая огромная пещера, это был хардкорный вариант такой, тяжелый, да еще и без гида, вот, так что это вполне себе неплохо и как минимум заслужит лайка, конечно же. Обязательно, обязательно лайка, обязательно вот. Позитивного комментария. Скорее и всего. Подписки, подписки на канал, на телеграм-канал, на Яндекс.Дзен, на группу ВКонтакте. И везде, короче, где только можно, везде, желательно. Да, поддерживайте. Что касается легенд, про двуликую и про черного, да? Да, черный. Черный, да, там парень рассказывал. Вот. Ну, мы ничего не встретили, вот Денис только видел тени. Странно, что... Да, как эта тень, да, да, такая достаточно отрубился. Большая. Вот, и резко получается, что я упал, и все. И дальше ничего не помню. Получается, Тимофей меня, можно сказать, пробудил из этого странного состояния. Пробудил. Пробудил, да, реально как будто... Да-да-да-да, ты вообще пока водой не полил, но... Охренеть, это, жесть, это была жесть, это просто была жесть какая-то. Ну, в общем, никаких конкретных подтверждений этим легендам мы там не обнаружили. Да, были странные моменты, да, но так, чтобы прям вот мы дико испугались, там до усрачки бежали, куда-то прятались, такого не было. Да. Ну, если что, мы сюда, я думаю, что еще вернемся. Да, скорее всего, что мы все вернемся, потому что очень много мы еще не успели посмотреть, и как, в принципе, нереально за один раз это сделать. Мы немного неправильно выбрали направление. Да. Ну, в целом, в принципе, получилось, я думаю, неплохо. С вами был канал Мистическая Корпорация, Тимофей Данишевский. И Охотник на Ведьм.